обзор, двухэтажный поезд. Вот на таком поезде я еду. Моя полка. Вот такая вот дверь зеркала. Колбаса, салями, видимо, гречка, ну, чуть попозже перекусим, булочка, это мусор, вот розетка есть, 220 вольт. Вон вилка USB, зарядка. Тут у нас набор. Здрасте. Тринадцатый вагон. Что? Это 13-й вагон. Дети, а у нас какой вагон? Следующий, в ту сторону. 12-й там. 12-й. А не можем между вами? Давай мы обойдем. Едем в Хельсинки. Я у тебя спросил, какой. Ну что ж, вперед. Это фирменный поезд «Лев Толстой». Да, хорошо. Прибытие завтра в 12:30. Так, сейчас сниму. Ну вот. Не буду снимать. А то люди ходят. Так, ну все. Мое место. Поезд «Лев Толстой». Подъезжаем у границы с Финляндией. Вот логотип. Вот такой вот вагон. РЖД. Открывается вот такой вот карточкой. Вот, кстати, Лев Толстой. Купе открывается такой картой. Сейчас покажу. Thank you.
Сейчас еду один. Люди вышли в Петербурге. Так что этот... будем проходить там ужин. Вот так выглядит душ в фирменном поезде Лев Толстой. Такое вот зеркало. Все работает. Включать не буду, но шторка.